Пошла? Сегодня 1 апреля, а мы собираемся говорить людям правду. Они нам не поверят. Нашли день. Не, ну то есть, это нормально, что ты проходила все время с этими спорными чулками целый день, да? Да. А ты с белой спиной. Ну да, я вымотался просто с утра. Сегодня в Испании Пасха, всех с католической Пасхой и с вербным православным воскресеньем. Мы отвечаем нашему одному из подписчиков насчет заданного вопроса. Может ли дядька с железками стать аниматором или руководителем? Если вам надоели железки, бросайте. И начинайте что-то другое. И неважно, анимация это или другой вид бизнеса. Но если он вообще никогда этого не делал, то, по крайней мере, должен посмотреть, как это делается. Попробовать, как это делается. И попробовать потом уже попробовать с кем-то, а потом попробовать самому. Вот я считаю, что такие три ступени должны. Посмотрел, понравилось, попробовал с кем-то. Например, с Максом. Попробовал рядом, постоял, почувствовал, как он говорит, заговорил так же. И потом начал работать сам. А вот чтобы стать руководителем, тут чуть-чуть время должно пройти, мне кажется. Да. Я думаю, что тоже можно и этот пункт еще добавить. Болтливость. То есть, если этот человек, душа компании, и он все время болтает, но мне кажется, бывает такое, что душа компании, а когда дело касается именно ответственности, а не своей компании, то все сбивается. И если он душа компании, то не факт, что он сможет стать именно аниматором и будет также болтать ярко, интересно и красиво. Здесь немножко нужно добавить еще какую-то обучалку, наверное, к своей болтовне. Ну да, надо посмотреть все возможные бесплатные и платные видео, ну хотя бы бесплатные. Посмотреть, как это делают другие. И Макс прав в том, что если у вас не подвешен язык, дети вас не будут слушать. Потому что как бы вы ни молчали, какие бы вы ни были привлекательны, но молчали, дети пойдут туда, где может быть не очень привлекательно, но весело, и все разговаривают, и весятся, и веселятся. Да, совершенно верно. Мы отвечаем на ваши вопросы, так что задавайте, не стесняйтесь. До встречи. До встречи. Never got, never got, never got